слышу, я тогда молчу вообще. Да. Нет комментирования. Не хотят. Ни одни, ни вторые. Вон СЛК до сих пор обдумывает, я думаю, свое поражение. Да они решили, думаю, по пешку вжарить. Ну, они стабильно это делают. Команде работа нас! Привет! Позагораем зато, да? Я из Канады Артурша работаю дома. Это просто, ну, в регионе там часто как бы могут возникать споры, потому что типа они как-то дважды вроде были не дома, и можно из-за этого. Чувак, у меня трава это во рту. Фу, блин, прикинь. Представляешь, головой ударил, трава во рту оказалась. Не знаю, как так получилось у тебя. Сюда, сюда, сюда. Вот, вот, сразу. Вратарь нашел проход. Дыру в поле, да? Ты размялся? Там похер. Нет, я ж не был. Ну, кстати, неплохой вратарь. Ну, то, что там все слышно будет, наверное. Тогда он только опоздал на вторую тайну. А же не хватает. Так это если хватает, если их тут сядь. Поля, подключай. О, я, по-моему, уже обгораю. Как так быстро? Смотри-ка сюда. Костян. Ты лучше это, повторяй. Белые ножки. Белые свои ножки. Вратарь! Так, а Серегу понесли или он сам пошел? Ну, сам дает бешку, не дебал. Ну, такое, ну, просто. Мне кажется, что он просто нормально не залечил, короче. Да. А это такая штука опасненькая. Встаем, встаем, встаем! Вот! Жека! Хороший! Сегодня Легион, кстати, со своим сильным, можно сказать, игроком в прошлом матче забил то ли 3, то ли 4, короче. Я думаю, что матч будет достаточно интересный, кстати. Ну, типа как. То есть борьба будет, потому что изначально, если бы его не было, то, думаю, сложнее. Все команды, знаешь, так потихоньку, можно сказать, крепчают. Ты мама угибается, господи, я переживаю, когда вот это. Что ты думаешь, камера может улететь? Ну конечно. Ты что, мне знаешь, как ты не видел, как мне в камеру летел мяч однажды? Когда я на столе стоял, понял, стол еще был, короче, типа за местом. Была печаль, конечно. Слушай, а что думаю, ты может в тенек пойдешь? Чтобы не обгорел. Реально, костец, я переживаю. Может, уже в перерыве туда слева. Да. Потому что, смотри, короче, нам тут еще потом сидеть. Ты сказал, типа, давай туси там со мной. Да не, я говорю, если хочешь. Спокойно, спокойно, домой, домой. Какой бы ты сейчас забил гол? Марки, молодец! Спасибо. Коля! Андрюха, ваша ширина. Дэн, Саня, уведи отсюда, Саня! Саша, уводи! Уведи! По своим, по своим!
Удар кто, Саш? У тебя голова не болит? А? Голова не болит? У тебя голова болит, прикинь. Как будто давление. Сюда кто? Подскочи. Да, сюда пошире. Сюда пошире, говорю. Давай, можно. А, все. Хорош, хорош. Заметил, сзади никто не играет сегодня? Пока что. В смысле сзади? Ну, за спиной у нас, на трамполе. И это странно. А тут не любят приезжать сюда вот люди. Серьезно. Давай. Сзади, Толь! Коля, на своем смена будет, Коль, за работу. Печально то, что такие окна большие, знаешь, пиздец, слышишь? Конечно. Так мало игр, блин, ну то есть, если думать, там 7 игр, ты бежишь, сыграли в субботу, получается 7, блин, и с такими разрывами, это, конечно, тут озеро было и пляж, то я понимаю, да. Выходи, выходи на него, на него. Ты слишком много хочешь. Сам. На Спартаке тоже нет озера и пляж, правильно? Да, но на Спартаке окон нет тоже. Как бы, ну, первый раз такое. Это мой, уже. Уже, вот так, уже. И дай ему передачу, да. Саня, встречай, что ты слышишь? Один останьтесь. Последний кто? Ярик, куда ты побежал? Ярик, куда дальше? А ты, кстати, хорошо подметил про вратаря, что он после матча до сих пор на импульсивности. У него вообще вот это да. Такой резкий, ты просто жесть. Да он так орал там, на самом деле, что я думаю, что Рязуков, знаешь, там кто-то не забил, он орет, как будто это он не забил, понимаешь? Есть такое. Ребята из СЛК сказали, что, блин, что вратарь вообще нереально, просто напряжно добивать. Ну, так он, ну, как бы, там, сильный чубак. Образобра считает, что это одна из лучших игр, прикинь. Ярик, оставайся, не иди. Ты довольна вообще своей игрой, просто. Ну, потому что свои моменты они использовали, вот чем фишка. У них не было такого, что они там лупили все как бы мимо, знаешь. Несмотря на то, что даже двое судей, все равно. Возможно, четверо. Ребят, смен. Не, просто всегда будут спорные моменты. Я это всегда понимал. На каких турнирах я не играл. 5 метров, можно смотреть сюда. Ну, невозможно просто всех удовлетворить. Так зайдем против. Да. Хорошо, да, зафиксировал? Тоже неплохо. Хорошо, он провтыкал там мяч. Поскользнулся. Назад. Он, кстати, забивал. Порталит.
то ли в третьем туре, то ли в четвертом. Атлетику забил, по-моему. Который распался. Все, дальше не надо. Все, так. Пошел. Так а что случилось? Они типа не готовы ходить или что? Половина команды типа разъехалась на работы. На работу, в смысле, имеется в виду за границу. Шестой пробивается, ребята. Шестой. Потом аннулируется в начале второго тайма. Нога занемела. Тут дебильный стульчик. Серьезно. Ты мне кажется... Жесть, чувак. Ну, блин, со штативом, конечно, неудобно. Да, неудобно. Хорошо, молодец. Все, да. Серег, метр два от него, метр два, Серег. Саша, не спеши. Сегодня, чтобы ты знал, проходит чемпионат Украины по кольцевым гонкам с дрифтом, со станд-шоу на чайке. Хотел туда попасть? Ярик забил гол. Да, очень хотел попасть. Я вообще расстроился, когда мне сказали, что субботу переносится. Я говорю, типа, обалдели. Ну как, у меня свои планы. Мне надо бабушку-то было отвезти. Там и больницу, типа. И, короче, на лодке всех забрал, всех любителей автоспорта. Поедем посмотрим, типа, круто будет там. Еще же и кольцевые гонки, понял? То есть чемпионат Украины кольцевых, чемпионат Украины авто. Все в один день, типа, на одной трассе. Ты просто нанюхаешь этого бензина, знаешь, и удовольствие. В итоге они раздробили, что вчера я сидел на играх с тобой, чтобы ты знаешь. Мы комментировали. И вот сегодня получилось. Здорово! Пробей! Право, Дим! Ничего, здорово, Андрюх. Андрюха последний, страхуясь, Андрюх. Дальняя штанга кто? Денчик. Вот так надо забегать, вот так. Ты прямо, прямо линейно, я читаю, Андрюх. Все же видно, куда ты бежишь. Андрюха, страхуясь, Андрюх. Сели. Да, новые лица в легионе. Интересно. Знаешь, что мы с тобой комментируем матчи и почти постоянно. И у меня появляется желание говорить. Вот, то есть до этого я... Просто болтёж получается. Ага. Давайте. То, что ты видишь, как бы, это анализ интересный. Просто еще я тусил. Если бы один тусил. Ну да. Ну, блин, я не так. Ширина! Дэн! Ширина! Блин, прикинь, чувак приехал на индустриальный мост, туда Саня со Шафран, Савастик. Я могу сядь на маршрутку, которая идет к нам. Будет хорошо. Артур, я на КПИ. Я на эту маршрутку сел. Я говорю, кого ты спрашиваешь? У людей. Одна сказала в ту сторону, другой сказал в ту. Я поверил тому. У третьего спросить нельзя было? А у маршрутчика спросить нельзя было? Который едет туда. Он знает, едет он на НАУ или нет. Это вообще анекдот просто. Ближе. Денис, разбираюсь, уже ближе. Хорош, Коляр. Спокойно, Вань. Прикольно, говорит. Интересно, там девушки играют в теннис? Да, часто девушки играют. Не играл с девушками. А? Играл с девушками, было дело. Денис. Ну, тогда интересно бы призвуки бы слышали. Да это узко, ты просишь мяч. Линия боковая, блин. Полевые звуки ты имеешь? Ну, конечно, там типа иногда кричат. Типа. Это когда сильно играет. Они, ну, чтобы сильно махнуть. Это оно, хорош. Чтобы сильно махнуть, понял, ракетка, она тяжелая, приходится закричать. Поэтому они кричат. Разбираем игроков. Игроков разобрали по одному. И, кстати, так легче контролировать дыхание, когда ты типа музыкально выдыхаешь, понял? Тебе подсказывают, отдавай. И как бы... Ну, мне кажется, что просто ты когда сильно выдыхаешь, да, тебя оно как бы автоматически за счет твоей разницы давления само заходит. Да. Воздух. А бегать там приходится, ну и поэтому некоторые мужики сдерживаются, а потом выдыхают.
Хорошо. Вниз мяч. Вниз мяч, Андрюк, шире. Ваня, сюда. Дэн, кати. Хорошо. Ты что, на пиклбол еще ездил играть? Ну, ездил пару раз. Лево один. Алена там тащится, с Любой тащится от пиклбола. А? Еще раз. Алена с Любой тащится от пиклбола. Дуг открыл им. Скажи им спасибо, чтобы они, ну, скажи им, чтобы они тортик купили. Дуг. Или пивко. Там платно уже. Ну, понятно. Подсадить же надо было народ. Ну, преимущество то, что они долго играют там. Ну, игра такая, типа, не динамичная. Право. 3-2. 3-2. Бадминтон побыстрее, да? Конечно. Ты тысячу раз, Костик, я тебе это вырвался обязательно. Я не хочу, потому что у меня племянница ходит на бадминтон. Это если я где-то хоть раз схожу куда-то на бадминтон, это все, я буду с ней на постой играть. Это как какая племянница, я знаю? Ну какая, у меня одна племянница. А, то вот эта племянница ходит на бадминтон? Да. Ну а сколько ей сейчас? 9 лет. Бей! Выноси, Олег! А, ты имеешь в виду, что тебе начнут заставлять с ней ходить? Ну, типа, там, с ней играть. Иди. Я и так уже с ней там начали играть. Молодец. Хорошо играет? Молодец, Коля, молодец. Мне сложно сказать. Я же не шарю там. Ну, она такая, она типа любит что-то читерить, понимаешь? Все бадминтонисты такие. И в том плане, там, например, она типа мне бьет, типа, но летит куда-то вообще, ну явно бы было бы за полем, если бы там было поле, понимаешь? Она говорит, типа, ты проиграл, типа, с тебя, ну, типа, мой фраг, типа. Такое, ты знаешь. А ей, когда типа бьешь там, за шаг от нее, она такая, не, это типа полетело бы мимо, знаешь. Он тебе такое. Подсказывает, оставляй, а ты продолжаешь бежать, и вы вдвоем связаны. Ты выше выдвигаешься, ты оставляешь его, бросаешь на Ваню, понял своего игрока, за которого ты бежишь? Его бросай нафиг, Ваня с ним доиграет, понял? Ваня тебе подсказывает, не трогай его, бросай, все. Не надо, вы просто так вдвоем связаны. Выйди в центр, Двое одного держит, ну так же не должно быть, дай среди. Центр! Пробей. Ух. Хорош, попадай. Плотно, да? Нормально, ничего, давай. Коля, дай вести. Саня, дай вести. Уже можно. Ближе. Ближе. В бадминтоне просто есть ограничения. В том фишка, что... Один вот слева, алло. Есть зона, в которой обязательно надо играть. Новичок этого не понимает. Надо играть либо за спину, либо очень близко под сетку. И помимо, когда ты так играешь, ты еще должен смотреть, где игрок стоит. То есть, если он выходит на твой валван, да, например, к сетке, то ты должен противоположную от него сторону быть. И в этом начинается все сложности. А в среднюю зону вообще не выгодно играть. Ну, он быстро летит. Я просто, как бы, ну, там, хреновые ракетки, хреновый валанчик, типа, блин. Ну, я просто в него не играл давно очень. Я, ну, типа, поиграл, смотрю, как, типа, вообще, там, скорость полета, это теннис отдыхает, короче. Теннис отдыхает. Абсолютно рекорд. 500 км в час. Они когда стреляют, у них выстрелы, звуки выстрелов. Ну, по-настоящему жестко, когда бьют. Ну и плюс перебой валан, он быстрее летит, понимаешь? А там не было перебоя? Ну, конечно, но... А у вас перебой валан или нет? Нет, это пластмассовый китайский. Тихо. Ну там вообще типа самая супер-гипер-дешевая, которая там на даче. Чувак, перебой вообще в глаз попадет, плохо будет. Шо-шо? Ну перебой нельзя, чтобы в глаз попадал, опасный валан. Реально травмировать можно глаз. Это жесткий вообще. В горло попадало мне вот перебоем. Больно. Хорош, Ярик, хорош, там можно это делать. Там выигрывай. Ваня, слева. Здорово, Андрей, хорошо, хорошо. Ваня, там же классный, ебаный рот. Сколько там? Сразу отправляй. Где Андрюк? Ну, назад. Коля. Сзади, Андрюк. Хорош. Антон, да твой. Такое большое, да? Кольцо. Передачу никуда отдал. Потому что никто не ждет, как-то один бегал. О, маленький мальчик бегает сзади. Пару секунд. 20 минута осталось. Голов мало вообще. Андрюха, ты. Что, на один, да? Сам. Да сам, не давай пас. Дима от нас уходит. Ну, борьба, знаешь, вот у них. Травмы. Это хорошо, это я рад. Потому что я там переживал. В этой ситуации. Изначально. Хорош, Колян. Назад, Саша, просто назад, труси. Давай. Он волос мешает.
Можно отмотать. Ширина, ширина. Ширина. Коля, ну поуверен. Колян. Серединка. Еще Андрей есть. Сзади, Ярик. Сохрани, Ярик. Ширину кто? Ярик, отскочи сразу туда. Вот. Смена, смена. Давай. Давай. Впереди. Сережа, Серый, дальняя штанга, быстро. Дальняя, ты на ближнюю бежишь, Сережа. Да, да. Появился. Скорее всего, серьезно, я не удивлюсь. А, хороший. Но они с опытом игры на турнирах. Что такое сейф сделал, да? Сказать, сейф сделал хороший. Аж слышно было, как ручки припекают. Он без перчаток, короче. Все футзальные вратари без перчаток стоят. Профессионалы, все. Теперь бинтов, как будто у ГСЛК. Видел? Это так бинтуются все вратари мира. Просто Барзаброшный, да, у него настолько жесткие руки, походу, что ну, ему реально комфортно. Ну, правда, в перчатках. Ну, видишь, как стопорит, вообще такой пук, и как будто он прилипает. Да, что-то есть такое. Ты бы ему побить хотел бы, поближе. Ну, у него уровень, чтобы ты понимал, Лиги Б, бизнес-лиги. Легко Лигу Б будет тащить. Я думаю, даже его в Лигу А чуть поднатореть. Его в сборники приглашали Украины, представляешь, на дубль. В свое время, в молодость. Потом он устроился. Он чисто воротник? Да, чисто воротник. Так, вот такой должен быть футзальный воротник. Быстрый, ногами играет в поле. Шустро перемещается. Легкие вбросы делают. Все на его вброс, на качество вброса. Боком никто вброс не делает. Вброс делается либо снизу рукой, либо сверху. Понял? Вниз. Чтобы вращение мяча было, ну, ровное. Не теряй игрока. Сережа, на мяч иди. Хорош, хорош, ничего. Давай, давай, на мяч, на мяч. Не даем мне, ребята. Если бы он мог на мяч, он бы играл не здесь. Ваня, опять рано обыгрывается. Принял, стянул на себя игрока. Потом только отдавать. Пацаны, ну они всегда сразу. Двигайся, двигайся, поджимай их. Пускай они сейчас зайдут в свою штрафную. Давай. Миша, ну чуть-чуть заберите мяч. Да, чуть быстрее. Ну что ты замедлил? Что, что ты принимал вчера на мальчишке? Замедлил какой-то? Чтобы ты понимал, как здесь легион не было побед в той лиге, а тут два новых человека и 1-1, и против работы, которая оказалась, ну, выиграет по уровню. То есть лишняя работа, мне казалось, команда, которая претендует на победу в лиге первой. ЗОЖ там еще есть. А, ЗОЖ, да, и ЗОЖ. Ну, ЗОЖ, наверное, выиграет все. Там Роман Закалюжин, я тебе говорю, чувак выходит, забивает. Вообще, если бы чуваки не бухали из ЗОЖа, то они бы там... Да, да. Играли намного лучше. Да, по 7 голов Рома играет. Да, они не бухают, курят. Давай, обыграй, вот и все, пошел. Воротник там вообще пузырь. Два пузыря они там с чуваком тем раздавили. Два пузыря? Да. Ну, по пол-литра ты имеешь? Ну да. Жесть вообще. Ну там что-то им немножко помогали, типа, как будто бы. Ну капитан там вообще, по-моему, что-то одну выпил, типа, и все, и потом пивко. Представляешь, парень на самом деле же не вратарь. Ну, то есть, ты его начали ставить, и на реакции хорошая. Мне так кажется. А, это Софи Трейдинг оборотник, типа там. А ЗОЖ, ну они тоже такие. Типа, ой, Софи Трейдинг вообще нереально творит. Они тупо выпили как-то раз, когда выиграли Бразобро. Еще ему. Они выпили. Пробить, Андрюх. Ну, ты же за них и рассказывал. А, в тот день, да? Да. Тут страшно вообще. Вот уже люди а ЗОЖ тоже не такой. Ну, их не тренеры, конечно, их немного там. Который, типа, уже угашенный приходился. Ваня, посмелее на мяч. В очках только на постой заметил. В очках. Не палец. Хорошо. Давай, Серега. Серый, на своем снег. Можно сейчас. Бегать там, загонять. Не бегайте, загонять. Ваня, это опасно! Ваня! Да что ты делаешь? Пацаны, заканчивайте! Ударили! Вот, вот, Ваня! Техничная игра ассоциируется у всех с Бразилией, ты заметил? Беги, беги, беги! Техничная игра ассоциируется у всех с Бразилией. Трогай его!
Весь мир, наверное, так думает. Кроме испанцев. Много где, в Франции тоже, тоже там. Да? Часто такое, это нормально. Что за? Полы не считают? Да, не, не мы, судьи. Полы считают рефери. Да, да. Да. Ну, на самом деле, надо к этому прислушаться, я согласен. Просто была игра, вы слышали, и там жесткий накал был. Стой, стой, стой. Сюда, Дэн, Дэн. Забить гол. Забить гол. Что такое? Что вообще хвода месива? Только что было. Это же вчера с тобой, да? Висни не могла забить, там нереально какой-то мяч. Что они уже в воротах его тыкали. Да там вчера вообще столько типа много было нереализованных. Это просто. Сами приду. На себя. Умница. Забить гол. Все, спокойно. Все, парни. Ниже. Сзади. Хорошо. Не бросаем. Ваня, достань его, просто беги, сопровождай, не пали. Да, этот новый парень. Да, и вот этот. 2-1, выходит вперед. Калинников! Спасибо. Так нормально, погоди, слышно? Да, да, так я же для записи, все верно. Шире, поэтому нам стрелять мячом. Бля. Очень долго мы его вводим. А, кстати, так же вы стоите, все, все, все. Все равно у нас следующий есть. Сколько теперь, да, уже свисток? С двумя судьями 4.